Сегодня состоялась церемония закрытия Дней культуры Республики Татарстан Российской Федерации в Туркменистане. В рамках церемонии во Дворце Мукамов Государственного центра культуры Туркменистана была организована выставка декоративно-прикладного искусства татарского народа. Также состоялся концерт дружбы между мастерами культуры и искусства двух стран. Концерт открылся песенно-танцевальной композицией «Национальная мелодия» Государственного ансамбля народной музыки Республики Татарстан Российской Федерации. Следует отметить, что руководит этим ансамблем заслуженный артист Российской Федерации Айдар Файзрахманов. Концерт продолжился песней «Ватаным» в исполнении туркменских артистов и танцевальных коллективов. Песня «Мелегуш» в исполнении туркменских артистов вызвала восторг у зрителей, в том числе и у гостей. В ходе концерта танцевальные коллективы двух стран совместно исполнили туркменский национальный танец «Кучтепти». Совместный концерт завершился песней о дружбе в исполнении участников церемонии. Данное мероприятие имело важное значение в дальнейшем укреплении туркменно-российского гуманитарного диалога, направленного на укрепление традиционных отношений дружбы и сотрудничества между двумя странами. Қадірлі достар, құрметті туғаннар! Түркменстан һәм Россия Федерациясының Татарстан Республикасы сәнғәт әһелләре концерты шуның белән ахырына якынлашты. Безне шулай жылы қабул иткәнегез өчен сезгә бик зур рәхмәт!